Всем привет! Мы сегодня приехали в Old Poway Park. В общем, старый музей. Тут парк под открытым небом, железная дорога, всякие домики в стиле Дикого Запада. И, в общем, если интересно, то смотрите. Паровозик. Взяли здесь брошюрку с поездами. И здесь еще висит карта парка. А это вот паровой поезд. Вот этот? По-моему, да, но еще не был впереди. А, ну это вот вид сзади же его. Кейбл-кар. Как в Сан-Франциско. Вот здесь есть штучка разворачивать вагончики. А еще тут любят фотосессии проводить. А вот домики на другой стороне улицы от музея. Вот музей, а вот домики. О, еще фотосессия. И еще фотосессия. Попсовое место. Поедем на паровозике вокруг парка. Катался два раза по кругу, вот. Минут 10, наверное, поездка составляла. Декорации тут для фотосессий просто вообще огонь. Вот эти деревянные домики, о, я обожаю вот эти всякие деревянные фактуры и поезда. В общем, для семейной фотосессии супер место. Еще сейчас мысль пришла, там вот народ с елкой фоткался, но я вот не знаю, елка тут стоит или это сами притаранили. Но тем не менее, взять с собой елку, взять клетчатый плед, и можно без проблем сделать новогоднюю фотосессию. Что-то я туплю, надо сделать, да? Через дорогу от парка. Такой милый тупичок. Классные домики, правда?
Смотрите, какая милота. Зашли полагать с девочками. Мне принесли блинчик, он очень большой, с арбузиком и с авокадо, конечно же. Кафе уже закрылось, а мы оставили тут свой спам. Спасибо большое, что посмотрели видео. Если понравилось, то поставьте лайк. Если не понравилось, ну поставьте дизлайк, чего уж там. Кто хочет записаться на фотосессию или в Huawei, или не в Huawei, потому что далеко от меня, но очень красиво тут, то пишите, потому что я же фотограф все-таки. Вот. Ссылку на свой сайт оставлю внизу. И на мой инстаграм тоже подписывайтесь на канал. И все, всем удачи, всем пока!